Итак, всем привет, меня зовут Роксана, и сегодня в влоге я хочу рассказать, показать один из рабочих дней настройки в Израиле. Вот, покажу, как устроено место, где я сижу, этот контейнер, так сказать, чем он устроен. Вот, покажу территорию и покажу кусочек работы, ну, одного из типа работ. Так что, если вам интересно, смотрите до конца и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне это очень приятно и как бы мотивирует снимать дальше. Вот, продолжим. Вот, зашла в Месрат, я включила другую съемку, такую, чтобы пошире угол обзора был. Вот, это небольшой такой кабинет, в котором мы сидим. Что здесь есть? Вот видите, шкафы. Он был пустой. Когда я сюда приехала, здесь уже были вот эти шкафчики, два таких, и стол. И пару стульев. Кондиционер обязательно этим обеспечивает. А, вот и все. В принципе. Вот это мое рабочее место. Вот этот стул. Здесь я сижу. Второй стул тоже мой. Вот тут компьютер мой, вот там к чаю все, так сказать, шкафчик, разное барахло на нем, картину, которую я украсила, повесила. Вот кондиционер работает, этот столик временный, его уберут скоро, наверное, другой поставят. Но здесь у нас обедают коллеги наши. Они приезжают там просто пообедать, так сказать. Вот. Это их там шкафчик. Ничего своего не держу. Тут наши чаи, кофе. Вот микроволновка, чайник, холодильник маленький. Это все Марк привез. Свое. Вот его холодильник. Кроме микроволновка, чайник и второй чайник. Все его. Кресло тоже свое привез. Этот стульчик мы где-то взяли. Этот стульчик здесь был. Этот мы тоже. Марк откуда-то принес. Это временно. Марк выложил с машины пока. Вот, так что вот такой небольшой кабинет. В принципе, хватает. Сидим спокойно. Вот, дальше покажу сейчас территорию. И кусочек с работы. Продолжим. Вот я вышла с Месрада, вот дверь. Вышла. Стоят вокруг тоже такие же контейнеры, офисы. Вот это машина рабочая наша. Марк там сидит. Вот это другие машины. Вот такая территория. Это туалет впереди. Не буду показывать туалет. Это тоже рабочая машина. Что здесь происходит? Здесь тоже он. Куча всего стоит. Но очень люблю ходить сюда, в эти кущери, потому что я боюсь наткнуться на змею. А они здесь, к сожалению, не редкость. А я невнимательная, могу не увидеть. Вон там наша площадка строительная. Вот все. Вот так вот все выглядит. В принципе, работа у меня лично нормальная. Не буду жаловаться. Можно справиться с ней. Конечно, там ребята, которые все время в туннеле сидят. Там монтажники. Вот. У них, конечно, сложнее, потому что они целый день в туннеле. Что-то делают. Там. Поэтому вот, я иду обратно в Месрат. И сделаю видео.
полностью с работы. Так что перемещаемся к туннелю. Вот такую мы с Марком работу еще делаем. Вот, значит, такой бетон перед туннелем. Это как бы туннель перед туннелем. Его закапывать потом будут. Укрепляют, наверное. Ну, в общем, вот так вот Марк рисует. Я тут стою в теньке, потому что солнышко ужасное. Такую штуку собирают. Я говорила. Сема, это седьмая тут? Да. C7-R2. О, да, -R2. Вот так, короче, мы работаем сегодня. Ну, жарко. Нормально уже жарко. Я вот с длинным рукавом, потому что руки горят. Наградили нас такой работой. Нафиг она нужна. Короче, мы делаем. Сказали, делать делаем. Вот такой собирают, это потом в туннель будет заезжать такая машина. И шлифовать все ненужные бетон. Сюда нужно. Давайте. О, видите, как торопит. Поехали дальше. Вошел. Теперь я просто нажимаю дальше следующую точку. Вот C6R1. И вот раз, мне прибор ее сам находит. Сколько пройти метров? Не знаю, я не вижу лазер. Если вы видите лазер, тут где-то лазер должен быть. А тут лазер должен. Да, я сейчас выставлю по лазеру. Все, выставила уже следующую точку, ну точнее эту точку. Все, Марк сейчас напишет, сейчас мы там вот еще три точки поставим. И до свидания. Ой, завели старичка. Старичок такой. Кран, старичок. Все работают. Хотя обед уже должен быть. Но я еще не обедала. Все, теперь вот 6, да. Все, Марк меня с полуслова понимает. И какой помощник. Все, теперь я делаю так и найду следующую точку. Мне где-то нашел ее. Ну, прибор показывает чисто направление. Он не покажет мне именно, куда надо стрелять. Вот Марк встал уже, на призму буду мерить. Все, вот такое видео получилось. Надеюсь, было интересно. Если нет, то пишите как бы свои пожелания и замечания, что так, а что нет. Вот, я буду прислушиваться, исправляться, чтобы вам это нравилось. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всем пока!